Это пламя спалило наш мир дотла и все уничтожило. Сильвер! Блейз! В чем дело? Он снова здесь. Однако он скоро вновь возродится. Сколько бы мы ни старались, все тщетно! Успокойся, Сильвер. Как уничтожить Сиблиса раз и навсегда? День бедствия. День, когда печать Иблиса была сломана. Но это ведь невозможно! А винить за все следует его. Как тебя зовут? Сильвер. Красивое имя! А я Эми Роуз. Приятно познакомиться! Эй, постой! Ты знаешь, кто это? Найди того, кто навлек на вас эти бедствия. Если я убью его, то и правда спасу мир. Где же Сильвер? Нельзя оставлять его одного. Я чувствую, что Соник где-то рядом. Эх, все-таки Соника там не было. Кто ты? Меня зовут Сильвер. И ради мира будущего я уничтожу тебя! Наконец, я нашел тебя! Иблис Триггер! Настал час расплаты! Не смей! Эми! Отойди, Эми! Это мой долг! Ни за что! Тебя что-то тревожит? Знаешь, Блейз, убить кого-то ради спасения мира. Неужели это выход? Наивный. Заложник сбежал из камеры в блоке С-17. Всем патрульным подразделениям немедленно начать поиск. Сюда! Повторяю. О, хорошо. Заложник сбежал из камеры в блоке С-17. Расскажи нам, кто такой Иблис Триггер? Каким образом он уничтожит мир? Почему это тебя волнует? Пальцем боишься его тронуть. У будущего нет шансов. Элис! Все кончено. Кто ты? Нефилис? Зачем ты вмешиваешься? Меня зовут Шэдоу. Your Shadow. Нефилис тебе не поможет, он не спасет твое будущее. Он хочет уничтожить всю историю. Хаос-контроль! Ах ты! Почему, Солярис? Почему не внимаешь моему зову? Элис! Правда скрывается там, где произошла трагедия 10 лет тому назад. Хочешь знать? Следуй за мной. Это пламя! Иблис! А эта черная тень впоследствии станет Мефилесом. Никто не встанет у меня на пути! Я изменю прошлое ради спасения будущего! Вы! Что вы делаете? Бегите отсюда! Стань прекрасной королевой, которой неведома горечь слез. И живи счастливой жизнью. Понял. Оставь Иблиса на меня. Скорее! Это изумруд хаоса. Драгоценный камень, способный превращать желания в силу. Говорят, если собрать все 7, свершится чудо. Храни, как талисман на счастье. Юж Соник, не Иблис Триггер. Элис! Не отчаивайся. Еще не все потеряно. У тебя есть план?
Тогда поспешим. Я уже чувствую его пламя. На этот раз мне никто не помешает, слышишь? Я убью тебя, Иблис. Ни за что! Я не могу этого сделать! Вспомни мои слова! Мы идем на жертвы ценой спасения мира! Это выше моих сил! Мы сражались бок о бок, через столькое прошли! Мы же друзья! Блейз! Не падай духом, Сильвер. Ты в моем сердце. Привет всем, народ! Я Dark Sonic, и я руководитель нашего проекта по переводу текста и озвучки Sonic the Hedgehog 2006. Просматривая очередное издание европейского региона, американского и японского, и посмотрев, какой там мануал и обложка, я был очень огорчен, что в России у нас те издания, что выходили, не были переведены на русский язык. И после этого я такой подумал, что было бы неплохо дополнить наш перевод не только в виде файлов, там, текста, озвучки, ну и было бы очень круто сделать физическое издание мануала и обложки на русском языке. И после этого я посмотрел в интернете, негде было практически скачать какой-нибудь скан официальный, потому что он официально не выходил нигде. Вот. И я купил все издания, которые были по Sonic the Hedgehog на PS3 и Xbox 360, и предложил нашим ребятам сделать вот такое вот приятное дополнение. И вооружившись этой идеей, я предложил нашему мастеру на все руки, Сане, сделать такой же мануал, но абсолютно полностью на русском языке, переведенный с японского языка. Так как в сети нету нормального цифрового варианта мануала, мне пришлось разбирать полностью мануал японский и отсканировать его, и сбросить ребятам, и посмотреть, что можно из этого сделать. Но после просмотренного вот этого результата, что получилось от сканирования, мы решили сделать мануал полностью с нуля, то есть полностью верстку, модельки и прочие шрифты мы делали все с нуля. И я считаю, что у нас это даже получилось. А так как эта идея мне была сначала раздать данный мануал всем участникам проекта, то есть те, кто мне помогал, кто озвучивал, и после этого я подумал, почему бы, собственно, и нет, почему бы вам, наши подписчики, не предоставить такую же возможность приобрести данный мануал в коллекцию, если кто-то хочет нас поддержать в данном проекте. Вы также можете приобрести не только мануал, но и обложку двустороннюю. Она пока что не ушла в печать, но предзаказать ее тоже можно. Будет как и обложка на две платформы, так и мануал для PS3 и Xbox 360. А так как мы уже практически завершили сверсткой, я решил сделать тестовый вариант нашего мануала. И у меня в руках уже, считайте, практически готовый вариант нашего произведения искусства. 36-страничное руководство, полностью цветное и переведенное с японского языка. Мы даже его немного дополнили и указали, какие именно DLC вышли к игре. И на последней странице мы указали всех участников проекта. Думаю, что все любители полнокомплектных вариантов и коллекционирования игр в наше время осведомлены, какие сейчас выходят издания. Без мануалов, а просто с бумажкой для ввода кода цифрового контента. А порой даже и без него. Тем самым издание физической игры становится бедным, не то, как было раньше. И так получилось, что и Sega не выпустила у нас издание даже с русским руководством, и мы решили исправить эту ситуацию. Если хотите предзаказать обложку и мануал на русском языке, то переходите по ссылке в нашу группу ВКонтакте. В разделе «Товары» перейдите в описание, где увидите, как это издание выглядит, и нажмите на кнопку «Написать продавцу». Или пишите непосредственно в сообщении группы или мне с пометкой «Хочу сделать предзаказ обложки и мануала» на ту платформу, какую вам хочется.
Все подробности о цене и оплате и доставке вы можете спросить в группе или у меня в личке. Можете на обе платформы, если такой вариант вам подходит. Можно отдельную обложку и мануал предзаказать. А так как тираж у нас будет небольшой, примерно где-то 50 копий мануалов на Xbox 360 и 50 копий мануала на PS3, и также обложек будет по 50 штук на каждую платформу. Если вы хотите получить сейчас коллекцию, можете предзаказать у нас и получить гарантированно данный мануал и обложку. Ах да, кстати, можно еще сделать вот так, то есть можете заказать у нас бокс под игру и, соответственно, вложить туда тот самый мануал, который вы закажете. Он как раз рассчитан под те размеры, которые мы выполнили, то есть как в оригинале. Он спокойно здесь входит в этот бокс. Спасибо, что следите за нашим проектом. Надеюсь, вам понравилось новое видео и наш такой мини-анонс в виде физических изданий, обложки и мануала полностью на русском языке. Если вы еще не состоите в нашей группе, то подписывайтесь в группу ВКонтакте и подписывайтесь на YouTube-канал, где я выкладываю разные видео и релизы по проектам. А если вы уже подписаны, то нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новости и будущие релизы. Всем счастливо!